Конечно, мы поднимали вопрос о правах человека, потому что для Запада всегда интересно, что с этим обстоит на Востоке. Я не знаю всех ответов. Очевидно, он пробыл у власти около 30 лет, но он заслужил это место. Он родился в бедной семье, работал на заводе. Он человек, сделавший себя сам. И наступило время, когда ему нужно было покинуть политическую арену. И это тоже вопрос. Я спросил о господине Путине. Многие люди говорили, что устали от Назарбаева. И новый президент тоже хороший человек, но он также ассоциируется с Назарбаевым. Да, должно прийти время для новых людей. Но нужно помнить, что новые люди могут принести революцию и повести не по верному пути. Мы не хотим повторения ситуации Украины в Казахстане. Назарбаев разрешил присутствовать неправительственным организациям в Казахстане. И через пару лет он понял, что они работают на то, чтобы свергнуть правительство. Это очень хитро. Мир очень коварен. Вы позволите прийти так называемой демократии, которая принесет за собой элементы, которые могут оказаться провокацией. Это очень жесткий курс. Я сам критикую свою страну, но это заслуженно. Назарбаев решил распустить НПО, и я думаю, что он был прав.